Когда-то в юности цыганка нагадала актеру, что он умрет в 55 лет. Отпраздновав 55-летний юбилей, Бурков шутил, что преодолел планку в целости и сохранности. Умер он в 57. В тот злополучный день актер был дома один. Жена Татьяна уехала на дачу. Бурков доставал книгу с верхней полки, не удержался и упал, заработав перелом. Чувствуя беду, Татьяна рвалась приехать, но электрички отменили. От удара у Буркова оторвался тромб. Он скончался от тромбоэмболии.